Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как прошить телефон на платформе Android. Перед этим рекомендую вам посмотреть мои предыдущие видеоуроки о том, как сделать root права и как сделать бэкап. Также был урок, как поставить KVM Recovery. Если вы эти уроки посмотрели, переходим к этому шагу, как прошить телефон. Прошивать телефон мы будем с помощью KVM Recovery. Итак, если вы все сделали, как в предыдущих моих уроках написано, скачиваем. Теперь нужно нам скачать прошивку. Прошивку я буду скачивать с сайта ChipUDA. Там также прошивка есть и на других сайтах, только я чаще пользуюсь этим. Заходим на форум. Устройство. Ищем свое устройство. У меня Prestige, мультифон 5000 Duo. Как видим, здесь есть неофициальные прошивки, официальные. Сейчас я попробую поставить вот эту прошивку Android 4.2.2. В стиле Samsung S4. Можем посмотреть скриншоты. Также минусы и информации. Скачиваем с Яндекса. Я уже скачал эту прошивку. Вот она у меня есть. Теперь нам эту прошивку нужно закинуть в корень карты памяти. Для этого подключаем свой телефон к компьютеру и нажимаем на нем. Ставим режим USB накопителя. Открываем карту памяти и сюда копируем этот файл. Да, кстати, его тоже, он у меня уже есть в карте памяти. Вот он. После того, как вы это все сделали, приступаем к следующему шагу. Итак, после того, как вы переместили в карту памяти файл с прошивкой, не забудьте полностью зарядить телефон и приступаем к самой прошивке телефона. Нам нужно его выключить полностью. Теперь нажимаем кнопку включения блокировки экрана и кнопку увеличения громкости. Одновременно зажимаем. И у нас появился KVM Recovery. Меню Recovery этого. Здесь нам нужно сделать вайпы. Вайпы — это очистка некоторых разделов в памяти. Так, сначала делаем wipe data factory reset. Качелькой громкости опускаемся вниз и нажимаем кнопку блокировки. Нажимаем yes. У нас форматируется раздел. После этого делаем wipe cache partition. Нажимаем yes. После этого нажимаем Advanced. И Wipe Dalvik Cache. Еще раз нажимаем Yes. Возвращаемся назад. И нажимаем Mounts
and storage. Здесь нажимаем Format System. И Yes. Возвращаемся назад. И теперь будем устанавливать саму прошивку. Сейчас нажимаем Install Zip from SD Card. И нажимаем Choose Zip from SD Card. Ищем файл с прошивкой. У нас сейчас открылась карта памяти. Вот я нашел этот архив. Нажимаем. И нажимаем Yes. После чего у нас будет устанавливаться прошивка. Как видим, у нас пошел формат системы, после чего устанавливается сама система. Сейчас у нас телефон перезагрузится. Прошивка полностью установлена. Видим. Прошивка начинается как Samsung Galaxy S4. Именно такую прошивку мы и ставили. Первый запуск всегда может быть очень долго. Потом все следующие запуски телефона будут быстрее намного проходить. Если у вас будут возникать вопросы или что-то будет не получаться, пишите под видео в комментариях. Обязательно отвечу, помогу. Итак, как видите, у нас прошивка загрузилась. Просила ввести язык. Нажимаем начать. Просит ввести Wi-Fi. Ну, здесь уже настраиваем наш телефон, так как под себя.
у нас настройка завершена. Теперь переходим к самому телефону. Как видим, уже первый глюк какой-то в этой прошивке. Вот вроде все хорошо. Прошивка у нас загрузилась. Все работает хорошо. Сейчас я ее буду тестировать, потом как-то другую поставлю. Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.